Каждый мастер депиляции обеспокоен тем, что будет у клиента после проведенного шугаринга или ваксинга. И на самом деле это нормально, потому что нам с вами, мастерам депиляции, не безразлично состояние кожи клиента, да, которое будет после нашей услуги. И, к сожалению, в большинстве своем у многих клиентов возникает гнойничковое образование после проведенной депиляции. Но это является признаком даже нормы, потому что снижается местный кожный иммунитет из-за того, что идет чрезмерное растворение роговых частичек кожи, из-за того, что чрезмерно идет снятие роговых частичек кожи, ну и так далее. Еще больше причин того, почему появляются различные гнойничковые раздражения, буду рассказывать вам на вебинаре. Поэтому следите за новостями, обязательно регистрируйтесь на вебинар. Но все то, что может быть у клиента, да, и возможно это будет, а возможно и не будет, в любом случае вы можете на это повлиять. Как вы можете на это повлиять? Я специально сделала вот такие вот мини-помадницы антисептической антигидрозной пудры, которую клиент может применять в первые 3 дня после депиляции на зоне бикини, усики или подмышечных впадин. Потому что все эти 3 зоны наиболее чувствительные, наиболее нежные и наиболее часто встречающиеся разные гнойничковые пиодермии именно на этих зонах. Если клиент будет на очищенную кожу наносить антигидрозную антисептическую пудру, например, утром, ну или даже в обед, то я гарантирую то, что гнойничковые образования не будут появляться. Почему? Потому что антисептическая пудра содержит экстракты кардицепса, это противовоспалительный экстракт, который губительно воздействует на разные бактерии. Именно бактерии являются виновниками торжества в виде фолликулита или остеофолликулита или псевдофолликулита. Соответственно, магний-карбонат, оксид цинка, каолин, каламин, все это будет подсушивать и не давать размножаться другим бактериям, которые будут провоцировать раздражение. И если клиент будет наносить легкой такой вуалью антисептическую пудру на свою кожу, то даже может выходить в свет и никаким образом не запрещать себе сидеть дома после депиляции и, соответственно, вести полноценную жизнь. А вы, как мастер депиляции, который любит и заботится, да, о своем клиенте, можете подарить, да или продать, да, если вы это сможете сделать, антигидрозную пудру в завершении депиляции, для того, чтобы у вашего клиента не было никаких раздражений и никаких негативных эмоций именно после вашей депиляции. В противном случае у клиента может быть уже негативный настрой, и он к вам на депиляцию больше не вернется. Thank you.